Домбра «Дастан» под таким названием прошел 4-й республиканский конкурс «Киев», посвященный памяти основателя данного конкурса Сергибая Зудалиева. Принимают участие 25 юных домбристов, это учащиеся школ и колледжей. Сегодня Управление образования областного акимата, областным центром творчества детей и юношества, акиматом Акжарского района организован конкурс «Школы искусств Серпер». Главным критерием членов жюри является чистое исполнение «Киев». Оно должно быть исполнено без ошибок и, конечно же, артистическое искусство. Первым свое мастерство вышел показать Бекбердет Анатаров из Мангуставской области. Он на протяжении 5 лет играет на домбре. Мне 13 лет, я в Петропавловске впервые. Очень часто езжу на разные конкурсы и часто получаю первые места. На кружок игры на домбре меня отправила моя мама. А мой преподаватель закончил консерваторию. Я тоже хочу пойти по стопам своего преподавателя. В составе жюри преподаватели Казанской национальной консерватории города Алматы. Гость отметил, что очень важно среди подрастающего поколения проводить подобные конкурсы, чтобы молодежь не забывала о ценностях и традициях казахского народа. Я рад, что меня пригласили. Потенциал каждого исполнителя вот именно развивается вот в искусстве кюйтартыс. У нас есть искусство айтыс. Со словами, да, а кюйтартыс без слов. То есть, как и айтыс, кюйтартыс имеет разные виды. И вот очень важен для нашего вот молодого поколения развивать именно искусство кюйтартыс. Победителям конкурса будут вручены дипломы, памятные денежные призы. Камила Карим, Вадим Ударисов, МТРК.